2001 году в нашем городе был открыт центр семейного чтения. Нам, часть школы номер 7, очень повезло, так как он находится в нашем микрорайоне Монча. Там в детстве мы являемся друзьями этой библиотеки и с удовольствием посещаем ее мероприятия. Ребята Мончегорска могут посещать территорию детского чтения, территорию подросткового чтения, территорию молодежного чтения, а также читательный зал. В центре семейного чтения работают чуткие и внимательные сотрудники, мастера своего дела. Эти люди очень любят нас и готовы помочь нам в любом деле. Сотрудники центра приходят к нам в школу с разными программами, проводят во дворе разные мероприятия, участвуют в акциях и программах нашей школы. За 15 лет работы центра много ребят нашей школы посетили центр семейного чтения, стали его постоянными читателями и друзьями. Уважаемые сотрудники центра семейного чтения, примите поздравления от нас. Пусть ваша жизнь прекрасна и светла, течет рекой широкой, полноводной. Желаем вам сердечного тепла, пусть вам и дышится, и трудится свободно. Желаем радостных открытий, счастливых дней, волнующих событий, чтобы ни на секунду не угас. Любви к читателям огонь священный. Уважаемые работники центра семейного чтения, поздравляем вас сердечно. Жить вам в счастье бесконечно. А еще удач больших мы желаем от души. Успешных, долгих, мирных лет, в делах блистательных побед, в быту достатка и везения, отличнейшего настроения, любви, тепла родных, сердец, здоровья, счастья, наконец. С днем рождения, с 15-летним юбилеем! Уважаемые сотрудники библиотеки, поздравляем вас с юбилейным праздником. День настал сегодня светлый, библиотеки юбилей. Здесь только есть богатств несметных, они все золото ценнее. Книги, что стоят на полках, многим людям помогли. И читатели здесь толком свое время провели. Чтоб вам в будущем, в дальнейшем, так работать много лет, сотен новых книг мудрейших, и не знать проблем и бед. С юбилеем! С юбилеем!